Там машину зафиксировали, у вас 27099, 35-й пост проезжает, направление 31-й. Время безопасности отсутствует. Ежедневно на службу на автодороге Акмолинской области заступает около 150 сотрудников строевых подразделений. На автодороге республиканского значения 24 автопатруля в двухсменном режиме работы. Остальные автопатрули у нас обслуживают дороги местного значения и областной центр. Кайрат Шукубаев – один из заслуженных сотрудников дорожной полиции. Вот уже более 30 лет он несет службу в органах внутренних дел. Начинал в качестве инспектора отдельного батальона дорожно-патрульной службы. Ну, служба, превыше всего, это долг родине, перед отчизной, значит, выполнение, неукоснительное исполнение законов, Конституции Республики Казахстан, защита граждан. Со мной, которые работали, значит, в нынешнее время сейчас на пенсии находятся. Это Каюпов Галымжан Дастанбекович со мной, меня учил всему. Я когда пришел, он тоже был сержантом. Я пришел в органы рядовым. Он, инспектор, был сержантом, наставником у меня. Полностью все азы учил меня. Бывший командир взвода, ныне покойный Мусинов Владимир Ратаевич, бывший мой командир взвода, тоже учил. Вольнята машин ВАЗ 21099. За перекрестком право примите, остановитесь. Работа патрульных нелегка, особенно в пределах города. Здесь требуется большая ответственность, внимательность, своевременная реакция. Один из молодых сотрудников, лейтенант полиции Ерлан Дулатов, работает в органах внутренних дел с 2014 года. Сегодня подающий надежды полицейский трудится инспектором батальона патрульной полиции и понимает всю профессиональную ответственность на веренном участке. То есть при виде патрульной машины, уже вот водители на дорогах, они становятся более дисциплинированными. Основными задачами нашими являются охрана общественного порядка и обеспечение дорожной безопасности. Образцовым сотрудником должен быть ответственный, вежливый при обращении с гражданами, соблюдать законность, знать свои должностные инструкции. В текущей эпидситуации патрульные выполняют еще больше работы, но главный их посыл на труд остается прежним – обеспечение правопорядка и безопасности на дорогах. Аслан Абуталипов, Жамбыл Балтаев, Кокша Ахпарат.